Это у нас газ там, наверное, горит еще, да? А? Газ, наверное, горит. Уже перегорел и газ, и все. Да, Сваха, ты с дочкой они тут были. В зале спали, они выскочить успели. Но они получили ожоги. Их сейчас везут на Днепр. Какого они черта сюда пришли? Зачем? Люди жили, люди работали, у людей была работа, у людей было жилье, у людей была семья. Теперь вообще ничего нету. Ой, блин, фу. Мотоцикл Honda чистая. Мерседес. Как убирали? Я вообще не знаю, как вы убежали. Я не знаю, как вы... Как... Я сама в шоке. Я пришел, думаю, неужели люди сгорели? Сейчас мы это все вывозим.